Пятилетнюю годовщину со дня образования Следственного комитета Российской Федерации отпраздновали в Щелковском отделе. В настоящее время Следственный комитет – это независимая структура в системе государственных органов, подчиненная исключительно главе государства, президенту Российской Федерации и действующая только в рамках закона. В этот день Следственный комитет подводит итоги деятельности работы за это время. Подводя как бы итог деятельности Следственного комитета за период с момента создания, можно сказать, что это состоялся как независимый орган предварительного расследования. И целями его создания служили в том числе и усиление прокурорского надзора. Сегодня штатная численность работников по городу Щелково составляет 13 человек. В зону обслуживания Следственного комитета, помимо городских и сельских поселений, входящих в Щелковский район, входит Фрязино, Лосинопетровский и Звездный городок. Основные задачи комитета – расследование тяжких и особо тяжких преступлений, соблюдение конституционных прав граждан, осуществление следственных функций уголовного преследования. Профессия следователя, она сама по себе очень интересная. Ведь следователь, он как историк. То есть, если какому-то идеальному следователю, скажем, поручить расследовать дело, от чего там вымерли динозавры, то мы в те же установленные процессуальные сроки будем вынуждены там разбираться, все это устанавливать. И в конечном итоге, наверное, как-то откопаем и, значит, разберемся. На торжественное собрание, посвященное пятилетней годовщине со дня образования Следственного комитета Российской Федерации, пришли глава Щелковского муниципального района Надежда Суровцева и руководитель администрации Щелковского района Алексей Валов. Самое главное в вашей работе, вам необходимо оставаться совершенно непристрастными. Это самое главное, потому что от вашей деятельности зависит в очень многом судьбы людей. Для каждого из нас есть момент истины. Момент истины – это когда вы с любым человеком, который приходит к вам, ведете диалог, он должен понимать, что к нему относится справедливо. Я считаю, что в Следственном комитете это так. Бороться с преступностью приходится не только мужчинам. В числе сотрудников в Следственном комитете работают и 4 женщины. Мне нравится работать в следственном отделе по городу Щелково. Здесь замечательный коллектив и все условия. Уверен, что вы своим трудом наведете порядок и правовую культуру в Щелковском муниципальном районе. Здоровья вам! Марина Позднякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».